девятый день Большого Мая. С праздником, дорогие наши земляки! Со светлым праздником, Днем Победы! Дорогие калачинцы, дорогие ветераны, и как уже сложилось традицией, нашу вечернюю программу открывает духовой оркестр Межпоселенческого культурно-досугового центра. Марш для победителей! Наша молодежь, дорогие калачинцы, нам очень приятно, что в этот праздник на площади собираются очень много молодежи среднего возраста и людей уважаемого поколения, ветеранов войны и труда. Дорогая наша молодежь, наши папы, мамы, бабушки и дедушки танцевали под духовой оркестр, и у них тоже были свои мелодии. Как сейчас молодежь выражается, крутые мелодии, то есть классные. И вот мы сейчас связываем связь времен музыкальной культуры тех грозных 40-х годов и нашего времени. Итак, сейчас для вас только 9 мая играет духовой оркестр мелодии популярных песен в послевоенные годы. Итак, Его Величество, вальс! Люди старшего поколения могут подпевать! И мы приглашаем, пожалуйста, все танцуем! Thank you.
чудные звуки мелодии, как они меняются. Подпеваем так духового оркестра. Вот он знакомый, родной, синий платочек. Дорогие наши калачинцы, нам очень приятно сегодня вспоминать мелодии, которые танцевали наши отцы и деды, бабушки и дедушки. Так воевали солдаты, дети великой страны. Подвиги воинов святы этой священной войны. Мы забывать их не вправе, их непомертнутой славе память потомков верна. Марш, фанфарный марш звучит сегодня для победителей в Великой Отечественной войне. Очень сегодня приятно, что много молодежи, и пусть этот военный дух
дух наших воинов-победителей сегодня, который присутствует, останется в сердцах нашей молодежи. Дорогая молодежь, у меня просьба к вам. Уважайте стариков, любите. Воинов осталось очень немного, и они нуждаются в вашей поддержке. Каждый, кто увидит ветерана, просьба, подойди и скажи: «Я поздравляю вас! Спасибо вам за победу! И ему больше ничего не надо будет! Это великое! Это будет великое благословение за его великий подвиг!» А сейчас вновь звучит вальс, популярный вальс наших воинов-фронтовиков «На сопках Маньчжурии». Кончилась война, те годы позади. Горят медали, ордена у многих на груди. Кто носит орден боевой за подвиги в бою, а кто за подвиг трудовой в своем родном краю. И знают внуки по рассказам о битвах под Москвой. И помнит наше поколение ваш подвиг боевой. С праздником, дорогие наши ветераны! С праздником, дорогие калачинцы! С днем светлой и великой победы! День победы, и все. Как обычно, с фонаря поднимать. Первый раз играем. Два раза. Да, получается два раза. Мы один раз вернемся, а доиграем до фонаря и до фонаря. Я уже не показывал. Готово? Все? Thank you.
победы. Вот он, счастливый день для всей матушки нашей Родины. С Днем Победы! С Днем Победы, дорогие наши калачинцы! И нашу вечернюю программу продолжает...